В Брянске свежеуложенный асфальт дорожники забрасывают снегом, чтобы он быстрее застывал. Однако такое покрытие прослужит недолго, уверен наш автор. Наши дорожники брянские снегом засыпают асфальт уложенный свежий. Я не пойму, для чего они это делают. Это очень интересная технология. Смотрите, что он делает. Вот эта вещь. Мобильный репортер совместно с Общероссийским народным фронтом запускает конкурс «Рейтинг плохих дорог 2017». Выкладывайте свои видеорепортажи на наш сайт mreporter.ru и отмечайте проблемные участки на карте убитых дорог на портале дороги-onf.ru.